Всем пятница. Сегодня 21 апреля, и одним из важнейших сегодняшних дней почему-то я решила, является день рождения вот этой прекрасной, такой, не знаю, она мне похожа на какую-то кукольно-мимишечную старушку, это Елизавета II. Родилась она в 26-м, да, чтобы вы понимали. С 52-го начала царствовать. Сейчас, слава Господу Богу, 2015-й. И она всегда умница, она всегда красотка. Вот эти костюмчики, вот эти шляпки, вот эти белые кучери. С 25 лет она как бы на престоле, на это все. Все вокруг нее, все вертится, крутится. И мне кажется, это мега круто. Вот из всех-всех-всех людей, прикиньте, сколько народу на планете, да, существует там всего лишь, я не знаю, 10 каких-то, 10 людей, которые сейчас вот, ну, царствующие особи. Ну, то есть монархия, пусть она, конечно, и не настолько сейчас что-то решает, да, как это было там при Иване Грозном, где швяки все голову напрочь. Но все равно это круто. Не знаю, мне кажется, что каких-то таких, если есть в стране бабло, то посади каких-то таких мимишечных царей, да, и вот это короновать их, дурачиться с ними. Почему бы это и не сделать, а? Ну, и мне кажется, такой день каких-то, давайте вот для баб это будет такой день принцесс. Если сегодня захотите дребануть какой-то винчик, то вот за Елизавету, вот все-таки женщина и принцесска. Ну и звоните и рассказывайте, что вы думаете по этому поводу. Сажать нам царя на престол или не сажать, даже мимишечного. Жду ваших звонков.